Мы финишировали. Ладно, давайте заново. Ну что, собрались мы в нашем домике. Рассказывай, Юра, куда нас сегодня ты поведешь? И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. И вообще, выживем ли мы? План у нас следующий. Ну, мы приехали в Пилипец. Сейчас мы, собственно, здесь и находимся, нашему другу Василю. И отсюда мы стартуем на Боржавский хребет. Нас должен забросить бусик на верхнюю станцию подъемников, откуда мы уже потопаем на Гымбу. И далее по хребту Гымба, Магура, ну и остальные там вершины. Короче, километров где-то 35-40 выйдет весь маршрут до самого Межгирья. И вот мы по вот этой красной маркированной тропе спустимся вниз. Ну, хребет у нас там 1600-1700 метров, ну а в Межгирье там около, по-моему, 700 метров высота над уровнем моря. То есть сброса порядка 1500? Ну да, суммарно где-то 1500 за целый день. Ну там сброс и подъем, и оно там все будет в перемешку. Угу. Тут мы ночуем в домике. И оттуда нас забирает, это уже завтра утром забирает бусик и везет на перевал, который находится где-то на другой карте. На Тарунский перевал. Вот он. Угу. Ну, типа асфальтная дорога идет. Ну, тут мы высаживаемся. Кстати, через него вчера проезжали на машине. И далее по хребту на гору Магура. Потом у нас спуск к озеру Синевир. Это уже, кстати, район Гаргана называется. Это завтра, да? Это уже на завтра, да. Отсюда у нас пешая Пихалова на гора Озерна. Там 1496 метров. И далее по такому хребту, ну тут такая будет тропа, конечно, смешанная. То есть это такая именно тупо пешеходная тропинка. Со всякими... Но мы поедем с велосипедами. Мы будем с велосипедами, да. То есть там где-то придется пропихиваться сквозь вот эти карпатскую сосну. Ну а где-то можно будет ехать. И, короче, мы спускаемся на Синевирский перевал. И оттуда в село Синевир, где у нас уже следующая, так сказать, садыба, в которой мы ночуем. Отличный план. Там у нас, да, жилье уже зарезервировано. Там мы ночуем. И рано утром стартуем на следующий маршрут. Ну, в принципе, у нас каждый день там 35-40 километров в среднем. С набором 1500. Наконец-то! Элементы шестерки. Наконец-то. Пешим Пихаловым, как положено. Так, и дальше у нас. И с него тут уже забросок не получится никаких, потому что тут некуда забрасываться. Скалы. Веревки нужны. Типа того. Ну, там просто сильно такая крутая дорога, по которой. Короче, мы по ней поднимаемся пешком. Надо часа три будем подниматься на хребет. Пешконя называется. И далее по хребту едем. И спускаемся. Только вот так вот. Отсюда спускаемся в село Калачало. И обратно возвращаемся в Синевир, в тот же доме, в котором мы, собственно, с которого мы утром стартовали. Так, тут мы снова ночуем. Нас утром забирает бусик. Это, по сути, у нас был финальный день. И опять везут нас на Тарунский перевал. Снова на Тарунский перевал. Если мы, получается, раньше на предыдущем дне ехали в эту сторону по хребту, то теперь мы поедем в другую сторону, в противоположную. Если вот так вот ехать, то можно доехать до Славского. Ну а мы не совсем до Славского, мы чуть-чуть нам свернем и дальше по хребту до самого, ну, в общем, до самого Пилипца. А вот и Пилипца. Так он, Воловецкий перевал. Мы откуда-то отсюда должны так съехать и потом спуститься в Пилипец. Ну и тут уже наша машина ждет нас. Угу. Ночуем и валим домой. Угу. Ну все, просто 4 дня. Мы умрем? Немножко. Юра, какой километраж? Примерно. Смешной. Смешной? Потом километр, если по 30-40 в день, 4 дня, ну там 120, наверное. А общий набор высоты за 4 дня? 1006, наверное. А сброс? Тоже где-то 1006. Не, важна первая цифра набора высоты 6000. Сброс не важно какой. Добрый.
Мы на Боржаве едем куда-то, туда. Вот туда, да? Сейчас нам вот туда. Не едешь. Ну что, первую половину прошли сегодняшнего дня. Кто расскажет впечатление? По-моему, это невероятный кайф. Это смесь такого небольшого пихалого и постоянного спуска вниз. Ну, вообще очень круто. Очень. При этом относительно налегке. Ну, вообще налегке, с маленьким рюкзачком, 20-литровым, легким. Это же кайф. Да. Юра, пару слов. Да. Вкусно? Я поддержу. Саша? Немного застряли. Почти на финишной прямой сегодняшнего первого дня. Мы сейчас на горе Пичу, высота 1224 метра, и надо спуститься вниз на 400 метров. На 400 метров. Да, да, вот туда.
800 метров сброс. Отлично будет. Пару километров. Да. А приехали мы вот оттуда. Самая высокая точка, которую сейчас вы видите. А спуститься нам надо вот в то село. Там у нас садыба. Кафешечка. Садыба, кафешечка заказана, ужин заказан или будет заказан. В общем, теплота и уют нас ждут. Продолжаем наше путешествие. Все отлично, классные виды, погода хорошая, но мы заблудились, сбились с тропинки, уже минут 20 ее ищем, пока безуспешно. Вадик, по-моему, звонит в службу спасения, пытается вызвать вертолет. Ну, я шучу, найдем тропинку, наверное. А у нас хорошие новости, мы нашли тропинку, но до нее немного сложновато спуститься. Срезали. Да, срезали. Я знаю короткую дорогу, да? Где ты, Вадик? Тебя не видно даже. Да я тут сижу. Классное место для тренировки бани-хопа. Навыки триала хорошо бы сейчас пригодились. Это, наверное, будущий трамплин какой-то. Кикер. Thank you.
Сегодня был отличный день. Мы проехали 36 километров. Мы набрали 1430 метров высоты. Стартанули мы из Межигирья. Доехали до перевала Тарунский. Тарунский на бусике. И дальше погнали в сторону озера Синевир. С такими спусками поделанными постоянно. Качельки, как ты их называешь. Где-то 800 метров набрали, пока доехали пока до озера. Качались на качельках. Местами даже пару раз заблудились. Да. Сначала была дорога, потом вот перешли на тропу и вот с тропы несколько раз сбивались. Мы спустились на озеро по офигенному спуску. Точно, точно. Где-то 1.5 километра классной тропинки. Такой прям топчик. Запомнилось, да? Да. Шикарная тропа. Не супер крутая, но в то же время классная. Да, она такая. С серпантинами и там. Серпантин, справа такой отвесный обрыв туда, ну как обычно все. Ошибка, смерть. И там озеро где-то вдалеке. Да. Классно скатились, да. Потом на Синевире мы разошлись с Вадимом, ну не полностью, а как бы на этот день. По техническим причинам Вадик нас покинул. Заболело колено, и он поехал сразу. Он сразу поехал смотреть животных. Волков, лам, верблюдов. Помчал ждать нас в гостинице, которая была забронена. Да. Но мы тем временем попхнули на гору Озерную. Именно да, там прямо вот так вертикально пхнули, то есть мы как по ступенькам поднимались. Да, мы решили убиться. Мы набрали 500 метров за 1:20. И потом думали, что нас ждет офигенный 7-километровый спуск, но не тут-то было. Трассу не чистили, это пешеходная тропа, по которой мы собирались катиться вниз, но трассу никто не почистил, ну, в смысле, тропинку. Там были завалены деревья, причем деревья не просто деревцо лежит и как бы перешел его и поехал дальше, там были деревья, ну, так, то есть ехать невозможно было вообще. То есть ты 10 метров едешь и потом 50 метров как-то пробираешься сквозь эти заросли непонятные. Да. Катили велики вниз, но потом добрались, конечно, до все-таки нормального речки. Спуска. Да, речка, она же дорога для лесовозов. Лесовозов. Она же, по-моему, и спуск к какому-то водопаду был. Ну, в общем, классный дрововый такой спуск получился. Ну, правда, все вымазались, как черти просто. Ну, да, ты постоянно то в воде, то на камнях, то в говне. Ну, короче, он такой все меняется. Да. Ну, классно. Классно прошел день, классно покатались. Вообще, формат такой вот покатушки, он, честно, очень крутой. Это не однообразное какое-то поднимание на подъемнике, спуск по одним и тем же трассам, там, закатывая их просто там, ну, до знания каждой тропинки. Ты едешь по дороге тут, и ты не знаешь, что будет. Там будет дерево лежать, там будет, ты не знаю. Или глухарь. Или глухарь вылетит просто там чуть ли не из-под переднего колеса твоего, который, ну, заставляет немного сирануть, как бы. Вот, это очень классный формат, очень интересный, очень необычный, с забросками, с ночевками в отелях, супер, просто бомба, класс. Это, я думаю, то, для чего придуман горный велосипед в целом, современный. Какой-то у нас бонус на сегодня на вечер, это какое-то непонятное блюдо, будем сейчас его испытывать. Это у нас половина нашего подъема. Дальше идем вверх на хребет Пышконя. Или Негровец, я очень называю. Пока любуемся озером.
А мы, друзья, завершаем наш день обалденным, надеюсь, спуском вниз. У нас на 7 километров 1000 метров сброса высоты. Классный день, хорошо покатались. Посмотрим по страве, какой был километраж общий и набор высоты. Но он сегодня был не кислый. Друзья, у нас вчера был очень классный день. Мы проехали 42 километра и набрали 1600 метров. И сильно почему-то устали. Даже не было вечером сил записать, как прошел этот день вчерашний. Поэтому мы решили на сегодня перенести это. Вот, вчера классно прокатились. Сегодня у нас финальный день нашей поездки, крайний. Мы поднимаемся опять на Тарунский перевал. Сейчас нас должен бусик забрать, погрузим туда велик и закинемся в горы. И поедем с этого перевала в другую сторону и спустимся в Пилипце. Километраж у нас намечается... Большой. Большой. 50 километров где-то. Для гор это большой километраж. Да, а набор высоты какой? Да где-то полторы. Вчера мы часа три поднимались на хребет, поднялись и потом дальше еще поднимались выше по самому хребту. Дошли мы, доехали до высоты 1709 метров, самая высокая точка вчера была. Это у нас вершина Негровейт, ну, хребет называется Пышконя. И потом был спуск? А потом, ну как, у нас такие качельки были, то вверх, то вниз, то вверх, вниз. Ну, уже, да, в самом конце, там, так сказать, за час до заката у нас был 7-километровый спуск с бросом почти 1000 метров. Спуск как там, по лесу, по речкам? Как проходил? Во всем. Было люто, да? Ага. И камни, и листья, и просто травка зеленая. Ну на спуске ж ничего не закончилось. Вы ж выехали в село, оттуда, ну, да, еще надо было топить. Оттуда тоже по асфальту так чисто. Но лишних километров 15 в горочку набросили. Угу. Мы добрались до Василя, до нашего автомобиля. Проехали, как и планировали, 49500 километров. Ну, 49 километров, 500 метров. Вот. Немножко было грязно сегодня. Сегодня было сильно грязно.
целом очень классный маршрут. Мы не доехали до Воловецкого перевала. Чуть раньше свернули. Чуть раньше съехали. Да, ну. По другой тропе. В целом очень интересный маршрут получился, классный. Такой по дороге, без деревьев, заваленных на дорогу. Сегодня больше педалировали, чем таскали. Да, больше было спусков таких классных, драйвовых. В общем, классно катнули. Вот и закончилось наше путешествие бэк-кантри. Наш трип четырехдневный. Сегодня был финальный, четвертый, крайний день. Могу сказать от себя, что огромная благодарность Юрию Касьянову за то, что он проделал такой интересный живописный маршрут. Кстати, Юра Касьянов – мастер спорта по спортивному туризму. Как и Александр. Я думал, ты это не скажешь. Вот. Маршрут был очень интересный, все очень четко спланировано, организовано, класс. Ну, Юра, как всегда, на высоте, он умеет это делать, у него лучше всего это получается. Бэк-кантри – это новый формат, очень интересный, очень классный. Для нас это было в новинку. Раньше мы ездили в походы с баулами, без забросок. Ну, нужно было проезжать больше километража. И с собой тащить кучу вещей. И с собой тащить улитку такую, в которой есть палатка, спальники, там, в общем, одежда и снаряжение на все случаи жизни. Там шторм, град, снег, все есть, что подеться. В этот раз мы ездили с 18-литровыми рюкзачками, малюсенькими, легкими. Ничего там не было. Вот. Это, конечно, другой формат. Это и немножко пихалово, и много спусков, и много просто трейлового катания. Очень интересно, очень понравилось. Думаю, мы это повторим. Да, Юрий? Конечно. Вот. С погодой повезло. Это назло всем тем, кто говорил, что вы поедете в снег, вы будете валяться в грязи и будете полностью мокрые, потому что будут сплошные дожди. Нам повезло с погодой. Все 4 дня было солнце. Мы даже думали о том, что... Ну, жалели о том, что не взяли шорты с собой, если честно. Хотя послезавтра 1 ноября. Вот. Так что спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Будет много интересного в плане покатушек.